Жароупорная посуда. 21 ноября 1940 года. Дулевский фарфоровый завод имени Правды приступил к выпуску жароупорной керамической посуды. Кастрюли и горшки различных форм и размеров изготовлены из глины, обработанной особым способом. В них можно готовить и разогревать пищу на плитах, керосинках. Несколько тысяч таких изделий на днях доставлено в столицу. Они продаются в универмаге на Добрынинской площади. Сейчас ведутся экспериментальные работы по дальнейшему улучшению качества жароупорной посуды. Сотрудники лаборатории завода Поставили перед собой задачу сделать образцы не бьющихся керамических изделий.